за утешение. На татами 3. Ксения Блинова, Сибирский федеральный округ. Елизавета Азаренко. Спортсменка в белом кимоно проводила техническое действие, но атака хорошая была, но не до конца довела, и оценить пока движение нельзя. При решении партер спортсменка в белом кимоно проводит болевой прием, старается провести, синим защищается. Смотрим. Арбитр дает команду Матвей, поднимается к стойке. Прекрасно, что Федерация дзюдо на развитие детского юношеского спорта уделяет очень серьезно пристальное внимание, потому что без детского юношеского спорта и не будет большого. Учениям уделяется внимание. Открываются дополнительные школы, развиваются. Открываются спортивные классы, открываются центры. В регионах многие можно привести очень много примеров, где идут навстречу. Так что и сегодня, тем более, наша задача в стране прекрасно вернулись. Прекрасно, вы не меня, да, Александр Николаевич? Да. Нормы ГТО, это же здорово. Это здорово. Мы все через это прошли. Это абсолютно правильно. Готов к труду и обороне. Это здорово. Поэтому сейчас вот смотрим встречу. Спортсменка Сибири Блинова более активная. Азаренко сделали замечание за неведение борьбы. Ну, еще борьба. Александр Николаевич, девочка с центра хорошего Новосибирска. Помните, оттуда вышла чемпионка Европы Сонина. Да, да, Бельская, да. Любовь. Там очень, да, талантливые, да, интересные девочки, да, были. Так что у них там школа сильная, мощная, традиции есть. Они продолжают. Это прекрасно. Азаренко из Брянска борется. Секундирует ее Оля Северюхина, тоже мастер спорта международного класса. Вот, ну, видно, пока еще уровень еще не такой достиг. Я думаю, что у нее еще будущее, еще борьба. Они очень молодые девочки. Вся еще борьба начинается позже. Правильно сказал Андрей Андреевич, много сейчас стало уделяться детскому спорту. Недавно мы проводили мастер-классы, приглашали, Федерация дзюдо России приглашала очень хороших, великих спортсменов Мудранова, Римова и Зарецкого, где они привели в небольшом городе мастер-классы, и очень многие рады были встрече с такими мастерами. Вот сейчас спортсменка белом кимоно проводит удержание, но 5 секунд синий кимоно ушла с удержания, но атака не закончена. Болевой прием проводит Блинова. Посмотрим. Битва дает команду Мате. Схватка ровная. С минимальным перевесом идет Блинова. Ну, еще есть минута, борьба, посмотрим. Хотелось, чтобы в регионах более тщательно относились к развитию нашего вида спорта и среди девушек. Ребят очень много, девочек поменьше. Ну, вид спорта, я скажу, не очень травматичный. Я очень много сам тренировал, скажу, что вид спорта не очень травматичный и мало травм. В любом виде спорта бывает травма, но этот вид спорта развивает, вот Андрей Андреевич правильно сказал, и человека гормонально, сам же духовно. Поэтому я говорю, папа, мам, приводите своих девочек к занятиям дзюдо, и им будет интересно заниматься, и посмотрите, как они дальше себя будут развиваться.
Сейчас спортсменка проводит болевой прием. Но уже прозвучал гонг. И схватка с незначительным преимуществом Шидо. Выиграла спортсменка из Сибири, из города Новосибирска, Блинова.